А зимой здесь холодно было или нет? А вы не знаете, да? Да, здесь прохладно относительно, потому что состояние полов, соответственно, окон не позволяет поддерживать нормальную температуру. Этому зданию на улице Революционная больше 100 лет, и ни разу оно не видело капитального ремонта. Потолок рушится, сквозь щели задувают сквозняки. И вот, наконец, свершилось. Ремонт здесь будем у вас делать. Вот, будем ремонтировать, потому что, смотрите, у вас и обвалился потолок. Здание уже старое, наверное, уж чуть ли не историческое, да? Да. Согласно техзаданию аукциона, в здании почты проведут облицовку стен, внутри их также оштукатурят и покрасят. Деревянные ступени приведут в порядок, дощатый пол перестелят в проблемных местах, окна заменят на пластиковые, потолок отделают профнастилом. Отделение очень востребовано, поэтому необходимо привести его в порядок. Это отделение связи обслуживает 1446 жителей. Среди них 173 человека – это пенсионеры. Пенсионеры, то есть вы же пенсии разрушите? Да, все социальные выплаты, пенсии. Отделение почты сейчас – это не просто услуга по отправке писем и посылок. Это и банк, и прием коммунальных платежей, и магазин, и страховая организация. Вот только зарплата в этой сфере одна из самых низких. Работа почтальона сложная. Поэтому с сентября запланировано повышение оплаты труда, чтобы люди оставались здесь работать.